Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Freeze and Games, мы продолжаем с вами амнезию. Становится немножечко не по себе, когда всякие черты рядом бегают. Вот прям вообще ни разу никак. Так, Ж-журнал. А, до рации каким-то образом надо мне добраться. Как я понимаю, здесь меня заперли, да? Да, окей. Ну пошли в обраточку. Какие-то твари здесь обитают, я пока не понял, что это за твари. И что им надо. Но явно ничего хорошего они себя не представляют. Блять. Сюда мне, наверное, не надо было падать. Да, здесь-то я уже был. Здесь я бывал, здесь я проходил, и здесь я тоже был. Так, подожди. А это у меня сейчас большие проблемы. Я теперь как обратно-то поднимусь на второй этаж? Я же... А, лифт опустился? Все, я понял. Тогда я поднимусь на второй этаж опять. Хорошо, что этой игрой просчитано. Прикинь, если бы лифт не опустился. Вот это было бы интересно, весело, бодро. В смысле, а ты опускаешься? Он сам со временем опускается, фига себе. Так, погоди, третий этаж. А я уже не помню, где я был, а где я не был. О, тут можно еще немного выше. Ага. Ну я понял, здесь нам ловить походу нечего. Но здесь хотя бы светло. А я туда не допрыгну. Мне нет смысла вообще туда идти, если что. Ладно, хорошо. Допустим. Еть. Хорошо. Ты не это, давай не надо мне этого. Здесь светло, здесь все нормально. Ёптель. О, отпусти меня. Отпусти меня, река. Что такое? Эти несчастные погибли не в бою. Только посмотри на этого парня. Самоубийство. Но почему? Почему это они это сделали? Смотри, они что, жребий тянули? Ну, видимо, да, тянули жребий. То есть, один должен был, как я понимаю, всех застрелить, а потом должен был застрелиться сам. Но кто им сломал ружье после этого? Это уже большой вопрос. Так, погоди, давай спичку достанем. А почему страх не проходит? Это комната такая страшная, что здесь все такое страшное. Не знаю, меня, если честно, этот хоррор немного расстраивает именно к тому, что его приписывают к хоррорам. Прям таким жутким, великолепным хоррором его приписывали. Возможно, так оно и есть. Но чуть позже. Ясмин Чабани, бортпроводница. Документы не наша забота. Не наша забота? Это как? Пункт отправления не наша забота. Ясмин, стюардесса в самолете, предоставленном Стерлинг Шиппинг. Нанята вместе с пилотом Мессоном. Живет в Алжире, транспорт не требуется. И зачем Стерлингу стюардесса? Сам себе налить что ли не может? Нужно рассказать ей, кто есть кто, разъяснить иерархию и когда в случае чего обращаться ко мне. Возможно, она поможет Тасе? Не знаю. Ясмин. Она уже нашла подход к Стерлингу, Фейрл Чайлду и даже Деврису. Хэнк, что-то улыбаться. Что-то улыбаться. Что? Она мне нравится. Что-то улыбаться. Там, по-моему, буквы пропустили, и я сразу потерялся автоматически. Но что это было? Что вы видели? Мистер Анон. Я не знаю. Это была просто тень. Ясмин? Гуль. Это был гуль. Гуль? А, слушай, а мы читали про гуль.
Про Гуляму читали с тобой. Славному капитану приходится прикидываться справедливым государственным мужем. Он делает вид, что племя Кел-Ханан не какие-то дикари и толкует все сомнения в их пользу. Вот осел. Этот народ из Тесемта хуже бедуинов. Им даже туареги не доверяют. Помню, как Максим рассказывал, они содрали кожу с двоих ребят из отряда Альберта и бросили их умирать в страшных воплях, натерев солью, во имя своей великой матери. Они дарят капитану расписные камушки и мило улыбаются, но нет больших сволочей. Их не очень много, будь я за главного, мы бы их перебили, но потом уже придумали оправдание. Может быть, так и поступим. Может быть, но зачем? Нифига себе, кожу содрали и солью намазали. Это... Блин, я в каком-то то ли фильме это видел, то ли где. Ну, короче, для меня это не новость. Опа. Это мое. А это не мое. Так, а единичка. С математикой здесь, конечно, хреновастенько, если что. Ты не открываешься? Нет. Спичек здесь нет. Мне интересно, вот эти вот сволочи, твари, которые за мной бегаются, они боятся света или им в рот компот? Так, погоди, наверх я ходил. Туда, по-моему, не ходил еще. Ага. 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 Как мне туда пройти? Погоди. А, так тут... О, так мне сюда и надо. Так, стой. Она ж не просто так говорит, что здесь... А, это пол. О. Ну давай, ломайся. Слушай, что-то не ломается. Может, чего-нибудь притащить сюда? О. Погоди. Блин, не работает. Что ж сюда накидать? Пушка, точно. А ну, пойдем. Блин, а я не могу ее с места стащить. Серьезно, я камень не могу вытащить, прикинь? Да что такое? А чё она? Блядь. Этот страх темноты меня уже заколебал, если честно. Где еще тут можно поджечь? Все. Как этот камень вытащить? Давай, 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 давай. Нет, ни в какую, точно? Его прям реально-нереально вытащить? О, погоди. Да ну конечно же! Ёптель. Прикинь, еще загадки головоломки есть. Нет. Значит, где-то должно быть целое колесо. Я не обращал внимания, где тут вообще колеса могут быть. Что это было? Ага. А что если... О, точно. О. Хорош. Прикинь, загадочки, головоломки пошли. Вот это да. Мы думали, мы будем с тобой тут пугаться, а нет, мы будем с тобой тут думать. Ну давай, давай, давай.
Бля, дальше я не могу. Шикарно. Только надо было немного правее все-таки. Ух ты ж, ёб твою. Кому эти люди очень... Кому-то эти люди очень не понравились. Да. Походу, есть такое. Алло? Алло? Доктор, вы слышите? Да, да, слышу. Это Ева? Слава богу, это Тасси. Тасси Трианон. Мисс Трианон? Тасси. Вы в порядке? Да, то есть, нет, не совсем. Вовсе нет. Я ничего не помню. Я беременна, и я заблудилась. Салим. Крепость. Я в крепости. Кажется, мы здесь уже были, не знаю. Доктор, где вы? Мы обратились за помощью, нашли людей в поселении. Но Ясмин не здоровится. Крепость? Да, крепость. Ступайте через горный перевал. Отсюда до нас где-то час пути. Перевал. Да-да, я вижу на карте, отмечено поселение. Слава богу. Но, доктор, послушайте, это не все. У меня частые провалы в памяти, я будто не владею собой. Я в курсе ваших недавних проблем, мисс Трианон. Вообще-то именно из-за... Нам нужно... Доктор? Тасси, как можно быстрее, может есть еще шанс. Доктор! Доктор Метцер! Блять. Так, ладно, это, как я понимаю, выход. Пьянству бой, не забываем. Ну, как я понимаю, здесь ни спичек, ни записулечки у нас тут с тобой нету, да? Ну, хорошо. Давай, пойдем тогда попробуем отсюда выбраться. Вы только посмотрите, тут наверняка найдется что-нибудь полезное. Может, пора уже убираться отсюда? У меня от этого места мурашки по коже. Здесь ни одной живой души. Мертвецы не опасны. А, господи! Джонатан, берегись! Дверь! Скорее! Все к двери! Что же? Что же? Двигайся! Ключи! Запри чертову дверь! А все-таки выходят мертвецы опасны? Бля, а как ее запереть? Ага. Ух, ебать. Тут кому-то голову кусь-кусь сделали. Джонатан. Так. Допустим. Квартирмейстер Сторис. Сторс? Подожди, магазин? Какой нахрен еще магазин? Ага. Блядь. Ты что, дурак? А как? А куда ты в смысле? Серьезно? Это как? Тут можно умереть? Да ладно, что это было? Тут просто двери так по-дебильному закрываются. Что это за хрень? Что это было? Не понял.
Это загрузка к чекпоинту? Серьезно? Фига себе загрузонька. Здесь очень по-дебильному просто двери закрываются. Не, нифига, это не загрузка к чекпоинту. То есть он бы нас, получается, и так бы поймал, или как? Столько вопросов и нисколько ответов. Ага. Фух, ну мы это домище прошли. Твое здоровье. Мака. Мака, дай. Гляди, вот она. Я не могу понять, нас тут убивают или нет? Потому что в теории, если бы это был бы, была бы отмотка на чекпоинт, тогда дверь была бы целая, он бы еще раз напал. Но дверь-то сломанная, то есть мы просто-напросто отмотались назад и прошли спокойно. Так, неинтересно. В смысле? Блять. Кажется, все. Не входите. Чё? Не входить без разрешения капитана Лефевра. Хорошо. Хорошо. Вход только для квартирмейстера. Кто такой квартирмейстер? О, спичульки. У меня как раз закончились. Еще две надо найти. Ну, главное... А что мы с тобой мобилу нашли, то есть мы можем в любой момент, если что, ответить на звонок. А то без мобилки в наше время это вообще херовенько. Жалко, что там навигатора нет. Да что такое? Запасы квартирмейстера. Черт. Хэнк, нога! Я справлюсь, уводи! Она уже близко, она близко! Быстрее к воротам, быстрее! Малик, черт тебе, двери, живо сюда, я здесь! Ага, это воспоминания, как они оттуда выбирались, да? Мы бежали от этой твари, от чудища, после того, как она убила Джонатана. Нам удалось уйти в проход через большие ворота. Мои поздравления, раньше ты не могла была вспомнить? Одно, у меня сил не хватит. Ага. Мало каши ела, значит. Так, где у нас тут, что у нас? Опа, то пляж. Давай сразу заправим. Топливо в фонаре кончается просто пулей. Вообще моментально. Спичули есть? Судя по всему, не особо. Либо их опять где-то прячут от меня. Сволочи. Че ж вы прячете? Я все равно ведь найду. Пьянство, бой. Говорю же, найду. Все, это уже максимум. А, нет, еще одну надо. Ну ладно. Так, а мы, получается, заходили куда? Ага, вот в это здание мы с тобой зашли. Мы не были еще вот здесь на втором этаже. Одной не выйдет. В смысле, тут кто-то еще, что ли, будет? А вот тебе еще две. Ну, у меня две-то не влазит. Почему она две подобрала? Надо было одну взять и одну оставить. О. А, так погоди, это то же самое место. Интересно. Одной не выйдет. А как я должен открывать? Так, ну то, что эти ворота, это понятно. Лопата. Это что? Такое ощущение, как будто бы кто-то что-то... Все, я понял. Сейчас будем из танка стрелять, прикинь. Нет?
хорош. Погоди. А я не вижу. Так, нужен снаряд. А я видел, кстати, снаряды. No bullet. Bullet это пули. Так, погоди. Знаешь, где я видел снаряды? На втором этаже. Вот там снаряды были. Я тебе еще в прошлой серии говорил, что это гильзы, но это не гильзы, это целые снаряды. А, не, погоди, на втором этаже. Ой, тихо. Вот здесь вот, вот они. Так, а кто из вас снаряды это целое? Погоди, так это же реально гильзы. А тут целого нет снаряда? Это с печульки. Интересно. Нет. Это точно гильза, это не целый снаряд. А где мне целый снаряд найти? Хо, интересные, конечно, вы, ребята. Бляха. Пацан, далеко. Так. Где я еще не искал? Я же ключ нашел. Л, логика. Один. Шикарно у меня озвучка. Прям сам балдею, фанатею. Так это сейчас опять от этого уёбка надо бегать? Только ради одного снаряда? Серьезно? Притом снаряд еще в подвале. Ты понимаешь, в чем вся соль? Снаряд в подвале. Оружейный подвал. Блять, там темно, наверное. А, не. Так, 4 бухты сизалевого каната, квартирмейстеру, да. Понятно. Списки, не люблю списки читать. Они очень длинные и ни разу не информативные. Не помню этого места. Пахнет смертью. Херово, что я тебе скажу. Есть, фонарь заряжен у нас на полную. Но мы, походу, его тут просадим нехило так. Так, селитру я заказал для дубления, а не для вашего пороха. Она теперь у меня, здесь и останется. Закажи себе сам. Делакруа. Ага, разгрузка припасов 10 февраля. Легионер Дюге, легионер Дерозье, легионер Беланжер. Внимание, прежде чем перенести груз в главное здание, убедитесь, что капрал Делакруа... Извиняюсь. Делакруа на месте. Квартирмейстер должен неизменно присутствовать при проверке груза. Не оставляйте коробки на солнце. Ага, мне с печульки пока не надо. Ой, как тут далеко можно пройти. Точно, смотри, я буду сам снаряд себе делать. Одна мера порошка сера, одна мера измельченного угля, 8 мер селитры. Окей. Серу можно также выпарить из серной мази, которая хранится в медикаментах. Не идеальный вариант, поскольку смесь может вести себя непредсказуемо. Но все же лучше, чем ничего. Уточнить можно у капрала Хадира.
Так, погоди, раз там у нас печулька есть, то давай мы пару темных мест с тобой подожгем. В случае нехватки припасов обращаться к капралу Хадиру. Так ты открываешься или нет? Я понять не могу. Нет, не открываются. Ладно, пойдем с печулю заберем. В смысле? С печуля? Есть. Знакомый агрегат, кстати. Ага. Погоди. Ты чё, ёб твою? Я же перепрыгнул. Как так-то? Все не то. Инструменты не убирать. Нахер вы проход тут закрыли? Мне тут, не пройти по сокращенному пути. О, так лучше. Ага, спичулька. Раз. Два. Три. Затухни. О, молодцом. Хуя ты крепкая. А, что это? Что-то крутить, вертеть, что-то... А, измельченный угол. Угол. Уголь, конечно же. А ну. Какое же тут ебаное управление, я тебе отвечаю. Так, допустим. Одна мера угля у нас есть. Пресвятая Дева. Что здесь произошло? Слушай, может без серы постреляем? Ну его нахер. Ага. А что тут я могу зажечь? Зажигаем как можно больше. Так тут всего две свечки. Все, писярики. А, так... Погоди, может тут еще... Может тут не одна свечка, может тут две... Ой, не одна спичка, может тут две спички. О, хорош. Нет, одна. Хреново. Погоди, ты что? Так, ты что-то ненужное. Доступ к следующим запасам возможен только с разрешения капитана. Лекарство, крепкий алкоголь. Клетку разрешено открывать только в присутствии старшего по званию. Бля, и где мне теперь искать этого старшего по званию? Может, как-нибудь без него? А ключа все равно нет. Это мне надо найти тело. Опа, ключик. Ага. Бля, не открывается. Нет, ни лампы, ничего. Ладно, давай попробуем сюда зайти. Ой, граната! Ну, я почти среагировал. Почти. Что это? Заживает все как на собаке, хорош. Да вставай уже, пошли, нормально все. Мы же успели немного отойти, но чуть-чуть совсем цепануло за дело.
Ничего страшного. Ага. Так, есть тут чего? Ни хрена нету. Тем, кто придет после нас. Я потерпел фиаско. Мы пытались погибнуть на зло, но эти бесы не дадут нам этого сделать. Крики не стихают. Я не могу их заглушить. Я не могу их вынести. Они мучают моих людей, как жестокий ребенок щенка, наслаждающийся их страданиями и наблюдает в это время за мной. Альдерик постоянно выкрикивает мое имя. Гординье больше не дышит. Счастливчик. Самоубийство – грех, но Господь нас оставил, и я не доставлю тем тварям такого удовольствия. Таковы мои принципы, и смерть я встречу на собственных условиях. Молю, не раскрывайте Аурелии обстоятельства нашей кончины. Скажите, что мы отдали жизнь во имя какого-нибудь великого и благородного дела, и что таким отцом, как я, можно гордиться. Она не заслуживает этой горькой правды. Сине Део, капитан Огюстер Лефевр. Я когда читаю и вздыхаю воздух, то мне хочется дико кашлять, поэтому извиняй. Так, спиртяга. Ага, лауданум, универсальное лекарство для всей семьи, настойки опия 2 грамма опия, у взрослого 25, противопоказания, Давай, пригодится. Что мне еще надо? Обратно к квартирмейстеру? Серьезно? Да ну нет. Зачем мне обратно к квартирмейстеру? Да ёбано. Песос. Бляха от сандалика. Квартирмейстеру, это там, где эта тварь ходила. Там, где я говорил, что это магазин. Хотя, опять же, если заходить через черный ход... Там надо сделать буквально два поворота, и мы пойдем, попадем сразу к квартирмейстеру. Там надо нам взять селитру. После этого мы можем вернуться обратно, сделать себе патрон и выбить эту дверь нахер. Ну пошли. Не хотелось мне туда возвращаться. Ой, не хотелось. Бля... Почему все ружья переломаны? Я вот этого понять не могу. Очень обидно. Так бы сделали себе потрошек маленьких, взяли бы ружья и постреляли бы эту тварь. Хотя, может, ее нельзя убить, но мы хотя бы отпугнули бы или приостановили. Я не знаю. Поехали. Так, не, мне сюда. Вот как раз отсюда эта тварь и вышла. Так, селитра. Бежим, текаем. Блять! Ты что, быстрей! Вот это я да! Вот это я подсерну. Ты видел? Ты заметил? Тише, тише, детка, это был просто сон, тебе приснилось. Очень хочется надеяться. Охренеть, я думал, сейчас схватит меня за патлы и потащит куда-нибудь к себе, но нет. Пойдем сраный патрон делать. Охренеть. Я думал, мы сможем... А, это петух. Я думал, мы как бы убежим, и все будет нормально, но нет. Сидела наверху такая скотина, такая здоровая, блядь. Как лысая обезьяна. А вообще, знаешь, это, наверное, на кого похоже? Ну, гуль, скорее всего, да, говорили гуль, но это похоже на человека, с которого содрали кожу и натерли солью. Вот что-то такое вот общее есть. Пойдем потрошку быстренько запилим.
Так. Ага. Ага. Как нет? Ты зачем это выпила? В смысле, погоди. Выпарить из серной мази? Выпарить? Это получается нужна кастрюля и огонь? Во. Ага. Ну, батя умный. Но если не шевелиться, спичка достаточно долго горит. Но не шевелиться здесь не получается. Ты долго будешь выпариваться, нет? Есть. Ага. Хорош, съебываем. Так, вроде вышло, и даже все пальцы пока на месте. Пожалуй, пора рискнуть и испытать снаряд. Давай попробуем. Давно пора рискнуть и свалить отсюда. Кто это, детка? Киса. На льва, честно говоря, похоже. Нет, это, знаешь, не на льва, а собака есть такая, не пекинес, ну да, не пекинес, а французский бульдог, у которого такая вот шляпа, типа он цветочек, типа ромашка такая. Вот на это похоже очень сильно. Опа, хорош. Так, снаряд. А куда его? Не понял, снаряд-то куда? В смысле, так я... А куда заряжать-то? Не понял. Серьезно? Это где-то снаружи заряжается? Да ладно, не говорите, что танк заряжается снаружи. Интересно. Вообще ничего не понимаю. А где ты тогда заряжаешься? Ёптель. Хорош. Ой-ой-ой-ой. Серьезно, мы куда-то провалились? Алис? Элис? Little one? Крошка. Что, подавилась? Фасолькой? Кто ж, блядь, детям фасоль дает? Фасолью даже я давлюсь, не говоря уже о детях. Куда это мы могли провалиться? Под землю, да еще и, судя по всему, на несколько этажей. Черт. Что? К...
как больно. Ну-ка, слезь с меня. Господи, малютка. Ну давай, 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 толкай. Мои ребра. Я почувствовал, как они сломались. Они сломались, но... Теперь не сломаны? Что за черт? Как ты там? Непонятно. Черт. Да нормально все. Прости, кроха. А где это мы оказались? Господи, надо отсюда выбираться. Блин, канализация какая-то. Допустим. О, не разбиваются. Так, спички. Раз. Два. Три. Четыре. Допустим. Пошли дальше. Ой, так тут же не видно ж ни хрена. Ага. И куда я пришла? Стоять? What? Что? Ох! Пинается, наверное. Ой. Это ты. Я тебя чувствую. Ты пинаешься. Привет, привет, детка. Надеюсь, ты в порядке. Надейся. Не волнуйся, мы с тобой вернемся домой. Опа, хорош. Так, вот иди. Когда ребенок пинается, можно удовлетвориться, все ли с ним в порядке, чтобы снизить уровень страха. Хорошо. Так, мешок нельзя разбить. Я понял. Чтобы продолжить исследование, нам придется соорудить леса. Понадобится веревка и древесина. Полагаю, где-то на глубине в стенах есть брешь. Уровень воды был гораздо выше. Мы видим, как через него проходит свет. Не понял. А мы где? Если мы, допустим, в нижнем левом углу, то нам сюда, 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 налево. Погоди, не ясно. А. Если надо будет налево, потом по лестнице, там круг какой-то. Ну, здесь кто-то есть, они же не просто так дверь замуровали. Ага. Что-то с картой вообще не совпадает ни разу. О! И что? Что?
Да ладно. Это мне получается надо в самый низ по чуть-чуть поаккуратному пройти, да? Сейчас кто-то напугает меня. А нет, там клетка. Решетка, точнее. Ах ты ж, сука, голожопая. Да, но лишние двери здесь закрыты, чтобы мы просто так ни туда, ни сюда не шароебились, видимо. Маслица. Вроде всего ничего прошли, а минус два деления из фонаря. Еще с печулька. Так, намерения новоприбывших четко указаны в записях Усема. Или Усима. Они явились из дальних земель, помышляя завоевать нас, и превратили нас в своих слуг, в рабов, в добычу и корм для скота. Последнее слово также может переводиться как урожай. Их происхождение не ясно, но велика вероятность, что это очередной набег со стороны Нила или даже из Персии. Так, давай фонарь выключу. У одной царицы не было супруга. Многие князья приходили свататься, но ни один ее не радовал. Она тосковала, потому что хотела иметь дитя. Она обращалась за помощью к мудрецам, но те говорили: «Зачем тебе ребенок? Мы твои дети». «Мне нужен ребенок», — отвечала она, — «ибо я не смогу править вечно. Кто-то должен царствовать после меня». «Глупости», — возражали мудрецы. «Мы сварим тебе волшебное зелье, и ты станешь жить вечно. Ты всегда будешь нашей царицей». Так они и сделали. Но порой, когда никого не было рядом, царица плакала, ибо хотела... Хотя и была она матерью всему миру, ей этого было недостаточно. Ну окей. Как это, спичку не могу? Погоди, дай-ка я позажигаю всякое разное. О. Тихо-тихо-тихо. Что это? А. Я думал, это бумажка какая-то выкатывается. А хрен там. О. Это хорошо. Идешь нахер. День третий. Я примкнул к мавританским странникам. Одна из них мучается королевской хворью, и я молился с остальными о том, чтобы ей хватило сил поскорее добраться до пещеры матери. Они говорят, что до... Те семь-то два дня пути, если все сложится благополучно. Но впереди есть еще преграда. Путь лежит через владение Таркана Рейса, османского барона-разбойника. Он взимает спутников непомерную плату за пользование своими водными источниками и горной тропой. У меня остались лишь специи и 3 талера. Молюсь, чтобы этого хватило. 3 талера, как я понимаю, это... Деньги какие-то, да? Почему не могу открыть? А, нет, могу. О. В этот день народ заполнил улицы города. Едва распахнулись двери башни, как имя новой императрицы пробежало по толпе, подобно краске, стремительно растворяющейся в воде. Тиана, Тиана благословленная. Без головного убора, с пустыми руками, в простом платье спустилась она к народу. Повсюду раздавались ликующие возгласы и даже рыдания. Темаку и прочие алхимики несли за ней паланкин, на котором покоились 7 хрустальных шаров. Не говорит, что все 7 мне надо искать. А что ради всего святого?
Владыке юго-западной части мира дано 20 великих князей для службы днем и столько же для службы ночью, у коих также есть подданные, а также есть 8 главных князей, подданных дню и столько же подданных ночи, ибо необходимо сие, и первые 4 дневных имеют по 40 слуг, как и первые 4 ночных, а последние 4 дневных по 20, а последние 4 ночных по 10». Они все добры и покорны тебе. Дневных надлежит призывать днем, а ночных ночью. И таковы их имена и печати. Вот 8 князей, подданные дню. Олиторс, Карга, Бениэлис, Рабас, Арисат, Ариэль, Куопель, Малюгель. Вот нахуя мне это знать, объясни. Зачем мне эта информация? Вот мне, зачем она? А тебе не нужна, и мне не нужна. Но теперь мы этим это знаем. Живи теперь с этим. Ага. Зачем ты фонарь-то отправляешь? Я справлюсь, обещаю. Ты фонарь не отпускай. Немножко успокаивает, кстати. Что-то еще можно поджечь. Блять, поджег и затушил. Вот дурак. Бляха. Ага. Просто я тут спички увидел. Как раз 2. Ага. Ага. Так, и что? Ой-ой-ой. Меня тут закрыли, если что. Ох ты, здрасте. Найдите укрытие. Ебать ты, животное, конечно, мерзкое. А зачем ты тушишь-то? Все, оно ушло с концами? Походу, да. Офигеть. Еще и прятаться придется. Нежданчик. Втекаем, хлопцы. Здрасте. Очень плохо видно. Давай мы в любом случае на этом закончим. Если интересно дальнейшее прохождение, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.